коротко о погоде столицы. Сегодня солнечно, без существенных осадков. Температура плюс 18. Одним словом, жарко. Можно выходить из дома и гулять по осеннему городу. В компании столичного радио. А я напоминаю, что мы продолжаем рубрику «В нашем городе». И вы можете присылать свои сообщения на номер 1711. А у нас в студии уже есть звонок. Давайте послушаем, кто с нами. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Вера Хима, звоню из города Душанбе. Какую песню вы хотите послушать? Я хочу послушать песню Шахрениса Яковлевой. А какую именно? Любую. Ну что ж, Рахима, мы непременно поставим вам вашу песню после короткой паузы. Не отключайтесь. Радио 103 FM. Душанбе начинается здесь. Над землей бабочкой, будто ветром все мозги сдунула. Ведь ничего не обещал, это факт, о любви не говорил осмотрительно. Но был с тобой пару раз, да и так, с твоего согласия исключительно. Ага. Очень жаль, что уходишь, ну что ж, я желаю удачи и счастья. Ты свой путь непременно найдешь, но желательно не возвращайся. Не грузи меня тяжелыми мыслями, без тебя хватает мне в жизни сложностей. Но перестань уже терзать письмами, постарайся все забыть, это прошлое. Ведь ничего не обещал, это факт, о любви не говорил осмотрительно. Но был с тобой пару раз, да и так, с твоего согласия исключительно. А-а-а. Очень жаль, что уходишь, ну что ж, я желаю удачи и счастья. Ты свой путь непременно найдешь, но желательно не возвращайся. Очень жаль расставаться, ну что ж, я тебя не просил влюбляться. Ну а если впрямь не втерпешь, можешь издали мною восхищаться.